Сегодня в Таразе прошел городской форум юных краеведов, экологов и натуралистов. Цель форума – создание условий для привлечения детей к изучению проблем экологического состояния окружающей среды, профессионального самоопределения школьников. Ребята активно проявили себя в мероприятии, которое направлено на охрану природы, а также обсудили наиболее актуальные проблемы экологии. Экофорум проходит ежегодно, и каждый из его участников стремится внести свой вклад в процветание родного края. Один из них – Койбек Айбек. Его необычный проект «Защита сакральных и священных мест Жамбылской области» вызвал интерес у участников форума. Сегодня в нашем городе проводится семинар-форум «Табигатта Айла». Он проводится каждый год, и этот год не исключение. Он проводится в целях пропаганды защиты окружающей среды среди учеников и жителей города Тараз. Я защищаю в номинации исследования, кратко скажем, краеведения, и мой проект о защите сакральных и священных мест Жамбылской области. В форуме «Береги природу» приняли участие ребята в возрасте от 14 до 16 лет. Каждый из них представил свой проект. Работы оценивались по 6 номинациям. Необходимо отметить, что большинство участников представили проекты по переработке отходов. Специалисты уверены, что такие форумы вызывают большой интерес у подрастающего поколения. Ежегодно мы принимаем участие активно в экологическом форуме. И сегодня у нас один из таких форумов, где принимают участие более 120 ребят школ города, будут защищаться экологические проекты. И самая наилучшая команда, конечно, она будет представлять наш город на областном уровне. Победители, а также участники форума были награждены сертификатами. Теперь лучшие проекты будут представлены на областном уровне. Элеонора Бухонова, Дильбек Самаликов, 77 News.